Пока рос курс доллара, желание и возможность россиян отдохнуть за рубежом пропорционально падали. Спрос на туры в другие страны сократился на 14% по сравнению с 2013 годом. Внутренний поток, наоборот, увеличился на 15%. Как привлечь отдыхающих в наш регион, обсудили на расширенном заседании Межведомственного совета по развитию туризма в Чувашии. В республике более 140 туристических фирм, которые ведут работу по развитию внутреннего въездного и выездного туризма. В 2014 году они обслужили свыше 150 тысяч человек, и это на 5 тысяч человек больше, чем годом ранее. В Чувашии отдохнуло 44 тысячи человек. Все основные показатели отрасли туризма растут, однако один вызывает тревогу. За навигационный период 2014 года речным портом города Чебоксары было принято всего 239 теплоходов. Для сравнения, в 2013 году этот показатель составил 313 единиц речного транспорта. Такой резкий спад вызван с изменением географии речных круизов в сторону северо-западного региона, прежде всего, в основном в связи с низким горизонтом уровня воды в районе Городецкого шлюза. Ну и дороговизна путевок на речные круизы тоже сыграла свою роль. Для привлечения потока туристов необходимо создавать оригинальные проекты, свойственные нашей территории. Сегодня Министерство культуры работает над концепцией водного такси. Такое поручение дало правительство республики. На сегодняшний день подготовлен проект документа. На начало лета запланирован анализ береговой инфраструктуры реки Волга Чувашской республики для организации стоянок речного транспорта. Предполагается создание диспетчерского пункта и запуск механизма работы водного такси на базе имеющегося маломерного флота Чувашской республики. В регионе ведется активная работа по созданию парка «Этническая Чувашия». В этом году началась разработка автотуристского инвестиционного проекта «Чувашия. Сердце Волги». Министерство культуры постоянно участвует в выставках и презентациях. В марте этого года республика примет участие в главной туристской выставке России «Интурмаркет». Анастасия Алексеева, Расиль Мухаметов, Республика.